Вот они ходят, они совсем не боятся людей. Вот моя удочка. Я с собой взяла колбасу копченую. Хай. У меня другого ничего нет. У меня есть хлеб и копченая колбаса. И я попробую сейчас. Шкодная такая. Попробую наловить себе рыбки. Вон какие сети. Hello, did you get anything? Yeah, sheep head. Okay. And some puffer fish. Okay. And black grouper. Wow. Yeah. Black grouper, that's good. Может, и мне сейчас повезет. Короче, я пришла босиком, шлепанцы оставила у себя в машине, потому что очень здорово вот это носить за собой эти шлепки, ну их нафиг. Боже, какая красота. Вот тут вот я остановлюсь, и я отсюда не могу уйти. Я смотрю вот на эту воду, и все, и меня просто разбирает. Не могу уйти, какой кайф. И думаю, что же я буду просто так стоять. Я возьму удочку, буду ловить рыбку. Посмотрим, что получится. Something. I think I'm stuck. I'm stuck. Я тоже думала это. No. Нет, это не фиш. Короче, показываю свою удочку. Я нацепила на нее колбасу. Пока я ее разобрала, пока нацепила колбасу, пошли. Я ее зашвыривать далеко не буду, потому что колбасу потеряю. Я просто опущу сейчас ее где-то вот здесь. Если рыба есть, то она есть и здесь, правильно? Смысл ее куда-то бросать и терять колбасу. Посмотрим, что получится. Я надеюсь все-таки, что я что-то поймаю. Мне прям сердце говорит, что я что-то поймаю. Пойдем. Вот интересно, что он такой штукой ловит? Рыбу, наверное? Вот бросил сетку, и все, она так вот лежит. И зачем тогда долбаться с этими судочками? И что, прямо она туда и заплывет? Сейчас покажу, когда будет вытаскивать, что получилось. Классно. А моя удочка вот тут стоит. Смотрим, дельфины. Только что вот тут возле меня такой серенький дельфинчик вынырнул. Боже, какой кайф. Я стою, у меня, правда, ни одной рыбки еще не поймала, но тем не менее, какой я получаю кайф. И вот вода, сейчас пошел отлив, и вода уходит. Океан, вон он, дельфинчик, видели? Океан засасывает эту воду отсюда, из реки. Вон, видите, красивый какой. И вот как она шумит, как она стремится в океан. Вон он, дельфинчик. Ой, ты красивый. Так, мне надо, чтобы удочку не выпустить из руки. Так, где вы, мои птички, где вы? Вон он. Вон он с колбасой. Сейчас я наберу. А я искала, где же мне набрать вот эту мою литровую. Так, пошли на закат. Вау! Я сейчас сюда лягу головой, вернее, ножками на закат. Боже, какая красота! Это просто нечто. Ну что, пошла я погуляю еще под мостом. Я на мосте, под мостом вернее. На мосту, но под мостом. Вот это вот A1A трасса, двухстороннее движение. Тот же самый парк. И вот с каким шумом вода уходит в океан.
Как же она стремится в океан. Какой сильный отлив. Это какая же силища. И все смотрю, думаю, что это такое за зеленая лампочка, говорит. А потом до меня дошла. Вот это же получается как под мостом, как будто ворота. И знак, значит, ехать можно. Почему там синий, говорит, я не знаю. Ну, что делается. Опаньки, включается. Чего это ты включаешься? У меня такого никогда не было. А, я вижу, у меня вспышка включена. И когда включена вспышка, следовательно, включается фонарь, когда я включаю камеру.